Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 561. События дня. Как эпиграф. Матфея 12:30. Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. За 26 июня 2017 года. Видите, далее чистая страница. Некогда ничего записать. А ответы дают только здесь, и то краткие. Вопросы задают. Кто-то там думал приехать где-то. Смотрите, здесь все сказано. Заряжает Потеряевка. Из Латвии тут один пишет. Мне некогда отвечать. Да и я и вижу, один человек, он не подходит здесь. Только молодые с детьми. Я один был бы, у вас то другой. Это, как правило, то освободился, то еще что-нибудь. Или наркоман какой-нибудь, или еще хуже. Так ответа-то никакого нет. Категорически запрещается приезжать без разрешения. Что означает категорически? Ну, бывают такие, даже находят и приходят. Сразу расспросили, зачем. Накормили и назад. До свидания. А он не пойдет. Не пойдет. Один звонок только милиции и поехал, там будут проверять. Такие были. Куда они пойдут? Один какой-то узбек забежал. Они его тут били. Где-то наемная бригада была. Так, похоже. Ну, тут оказали ему помощь медицинскую. Тут же вызвали милицию, полицию. Ну, и отправили. А там разберутся. А как? Человек на незнакомой стороне. Нет, по-другому никак. И вот событие вчера значимое, самое большое было то, что по первому мостику вопрос неразрешимый был, так как проем очень большой, глубокий, и как, да, это дорога, дорога разорвана, и в прошлом году мы ее заделали, и к весне полностью разорвана, и опять то же самое, еще глубже прорыв. Значит, нужно что-то было делать. Я сказал в прошлом году, посчитал, сколько кубометров строительного материала, ну, такое, как мусор, кирпичи битые, там, туда, блоки. Ничего нельзя сделать, бутить надо. Ну, а нету, ничего нету. И вчера, вот я заранее предупредил, что в 7:20 мы выходим на работу, едем на разъезд. Игорь Барабаш, староста, две машины, два самосвала дает. Два. И кун такой, как Беларусь, поднимает ковш. Грузить. У нас сколько тут было? Значит, я, Никита, Володя, нас трое, Роман четвертый, Игорь сам пятый, и Терентий, его сын, шестой, вот, Ваня седьмой, Дробот, Исааки восьмой. Ну, вот так примерно 8 человек. Двое ребятишки. Поехали. Начали набирать. Ну, на... Не выехали из деревни, у одной машины лопнуло колесо. Роман Малыш остался с машиной. Он сделал, вроде бы сделал дальше вторая поломка. То есть он так и не выехал на работу, провозился. Ему видно, что неприятно это. Он участник, очень хороший работник. Ну, машину нагрузили. Я забрал с собой Ваню, и мы поехали. А потом спросят, вам еще нужны работники? Я говорю, конечно. Ну, привезите Исаакия. То есть малолетки, почти малолетки. Исаакия, это уже паспорт получил, не малолетка. Ну, и вот начали они возить. Ну, и кирпичи эти бросаем в прорву. В эту. И вдруг они стали появляться на поверхности. То есть тут еще вода понизилась. Огустевать, видимо, жижа стала, что-то такое. И накидали. Один-два машина приходит, а грузит полную. Сейчас не знаю, сколько кубометров, ну, полную. Роман-то боялся это делать, когда возили мы камень бутовый. Трессоры выпрямились, говорит, а в обратном направлении загнутые. Тут уже не работа. А там кочки-кочки, ямки, там машину кидает, бросает. Вот. Тяжесть вся на одну рессору падает. Но возит Терентий. Возит быстро, машина, вторая, третья. Мы успеваем столкнуть ее, разгрузить. Там
Вот четыре машины, пятая уже идет машина, шестая пришла. И дальше уже валить некуда. То есть есть куда, но это уже когда приедет бульдозер, будет разбираться тут, как какую часть толкнуть, забутить, чтобы бульдозер мог пройти на ту сторону. И далее сделать ровное, как там, где вода идет, как площадка, ну, 6 метров на 7. Да, в общем, 7 на 7 можно считать. 50 квадратных метров. Ну, даже метры поднять, ну, полметра. А тут 25 кубов надо. Ну, я вижу, что тут уже все сделано. Жара печет. Мы 4 палочки были, колышки вбили, лом с собой. Палатка армейская 2 на 2 метра. Сделали от солнышка, там время от времени прятались. Вода есть, работает. И вижу, что тут уже можно просто накапливать. Я ребят отпустил, молодежь пошла домой, а мы еще работаем. Спрашивают, сколько. Рассчитано было так, как я раньше знал машины, подсчет. Ну, график работает, движение рабочей силы. Я прорабом был когда-то, работал, знаю это. Я посчитал на 2,5 дня. Если по 15 машин будем провозить. Но рассчитывал-то на те машины, как при Романе было, а тут все по-другому. Ну и получилось, что в 3 часа фактически было закончено. Не 2,5 дня, но выше, допустим, мы с 8 возьмем, с 8 до 3 с 7 утра, пока приехали там что. И там, и мы все снимали, 2 аппарата. Один снимали, где разгружали, а другой там, где загружали. Спрашивают, а для чего это показываете? Повторяю, в России у меня устарелые данные, теперь они более увеличены. Есть города-призраки. Никого нету, там старики, инвалиды и все разъехались, нет производства. И 21 тысяча сел, гибнет страна. Страна гибнет. И это еще непонятно. Вы думаете, в Сирии там бомбить и ИГИЛ, разве этим человек может жить там? Ну, есть элитные там войска и прочее. Ну, это же жизнь. И жизнь – это земля, это вода. Вот мы делаем что? И мы показываем с нуля брать землю, оформить статус через Думу, как у нас было, через краевую администрацию. Мы все шли законным путем через губернатора, там законодательное собрание. И вот получили статус. Теперь на карте нанесено наше селение. И 26 лет позади. 26 лет голодным никто ни разу не лег. Все свое. От государства ни копейки не было, не считая, что открыли государственную школу, и учителя получали. Теперь 3 учителя. Вот. Ну, вот конкретно мы показываем, как это делать. Дороги делай сам. Электричество подвозили, даже трансформаторную будку сделал. Трансформатор, брат жил, Павел, в Киргизии, и оттуда привез. Представьте, оттуда привезти. Он даже телку привез, телушку породистая, какая-то там гольф, что-то такое, из Подмосковья. Как он принесся, как на облаках принес. Вот мы показываем, как можно начинать. Все 21 тысячу сел можно. И жить дальше без абортов. У нас тут поселяется кто? Вот раскинь руку. Первое, докажет, что он не лжет. А как проверить? Проверим. Второе, не пьет спиртное, не курит, не матерится, не ворует. Вот 5 качеств. Тогда первый раз разговариваем с человеком, и чтобы были у него силы, средства построить. А какой дом будет? Вот один у нас из бревен строит, другой из кирпича, третий из камыша, четвертый из самана. Кирпичом теперь обкладывают. Один из бруса, а другой из бревен. Вот видите, как все разница. А первое место из пластов земли. То есть ничего. И жизнь продолжается, открыта государственная школа, интернет работает, ну, слабенький, ну, работает. Мы каждый день выходим в эфир. Я вот сейчас только что выставил 10 роликов, каждый день, здесь от 5 до 10 роликов. То есть это богатая жизнь, интересная. Вот сегодня Сергей Пупков встречает 4 человек из Канады, едут сюда к нам в гости. В прошлом году был один Егор, сын их,
Королёв. А нынче мать едет, Мария с детьми. Егор там будет, две дочки. Вот четыре человека. Он встречает там их в аэропорту и везет сюда. Я ему сейчас только написал, сделай жирную надпись над головой. Королёвой, я здесь. Чтобы они к тебе подошли и не утянулись кто-нибудь. Но они знают его, заранее позвонили. Вчера подготавливали место, где их принять. Ждем еще с другой стороны гостей. Вот в субботу было это, приезжал тут начальник уголовного розыска с участковым. Приехали, поздоровались. Ну, честь, как говорится, по чести, чин-чинарем. Никакой грубости, ничего, тактично даже, которые там менты, проклятый мент там, ну и прочее. У нас не так. Хорошие отношения. Начальник уголовного розыска района. Улыбка, посчитали, поехал, еще раз руку пожали, мы за них молимся. Видите, как Бог устроил все. Ну, и работа у нас здесь на каждый день. И вчера столько подкинули материала, вот мы закончили. Так я уже приехал, ну, все пыльные, конечно, были. Володя, быстренько топи хотя бы наскоро баню. Сходили в баньку, попарились. Хотя в баню-то идем в субботу, но в воскресенье, а тут понедельник, через день. Баня была необходима. Одного затребовали домой у нас, вот юноша. Молодой человек, он на баяне поиграл, мы записали его, Иван Дробот, мать писала. А теперь его брат Нестор Дробот должен приехать, но там затруднение перехватить. С кем? У Купков все давно сиденья заняты на 5 человек, только он таксистом работает, кинолог при том. И вот... Вот это жизнь. Так я вчера не вытерпел после бани, поехал к барабашам и поблагодарил Елену Анатольевну, мать, и тут же сидеть за, ну, за Терентия, ей это приятно. А она только улыбается, стоит. Вот. Как они меня вывели из этого состояния тупикового. Нету, выхода нет никакого совсем. И вдруг все, у меня появился материал. Завтра, если Бог благословит, ждем бульдозер, может быть, ну, как они говорили. И начнем здесь уже-то работать. По бобрам и прочее. Здесь забита 151 свая. И дальше второй мостик проберемся. Нынче там воды столько, раньше никогда не было. 3 с лишним метра глубина уже. Это уже и рыбу разводить можно. Вот мы для чего и снимаем, показываем. Никогда не надо отчаиваться. Никогда. Ну нет, никто не. И нам никто не помогает. Машины сами покупаем. Электричество столбы ставили сами. Дорогу сами. А вот давай, крыша прохудилась, а домов управ. Нет, все сам делай. Голуби. Вот у Никиты подарил ему Виктор Николаевич курочек. Вчера петух, 2 дня назад петух вдруг погиб. Как неизвестно. Красавец такой был петух. Все свое теперь снова доставай. Гляжу, Люба тут гусят выпустила вчера. Минаева Люба. Гусята подрастают, другого цыплята. Это жизнь. Жизнь еще вот это рождает у Алеши третий. А Варлам, Назарий, этого назвали Евтихий. По календарю еще. Вот как. И вот события дня. Терентий. Останься у нас пообедать. Нет, не остался. Терентий, я приехал и говорю, а он закончил университет года назад, кажется, по строительству, Алтайский государственный технический университет, там, кажется, 21 тысяча студентов из 18 стран, там представители учатся. И, ну, пойдем хоть в баню вымоешься-то. Так еще работа. То есть работа, тут настоящая работа. Приехал, как этот один горшок один, ребенок с горшком идет, как у Плотниковых. А сейчас корова у него, и техника, техники тут забито все. Нынче вот он, едем, поля, горох. Кто? А говорит, наш горох. Дальше гречка, гречка отдельно посажена, пшеница там. Ну, гектар-то немного, там, наверное, 250, может быть. Другое дело, Женя Долгов, сосед тут, у него 7600 гектаров. А начинал с одного, работать надо. Вот для чего мы ставим ролики и показываем с утра до вечера, как учатся дети, как работают. Вот музыкальная у нас талантливая девочка одна есть, Загуляева Ливия. У ней более 100 наград, 100
Это значит, минимум 100 раз она выступала в разных соревнованиях. И притом первые места. В газетах пишут, в журналах там про нее с фотографией. И она здесь каждый день ходит играть на пианино около полутора-двух часов каждый день, чтобы навык сохранить. Я теперь решил все записывать. Ну, вот есть препятствия такие. Вот, теперь Никита записывает, уже два урока записали, как она учится рукой левой, правой отдельной. Она против, не хочет что записывать. Я вчера уговаривал. Опять пойдут записывать. Ну, чтобы все было по согласию. Это все в события дня входит. События, что вопрос разрешился. И здесь мы, наверняка, бульдозер придет, мы пробьем первый мостик. Завалено будет все, и дальше расчищено, углублено. Ну и все как есть. Если Господь благословит. Вот я сейчас пишу, а передо мной две голубятни. Вот на одной посмотрел, сейчас гляну на вторую. Вот, голуби перелетают с одной на другую. Третью организовал для Никиты, но он, видимо, совсем не знает голубей, не любит или как сказать, не знаю. Пришлось забрать. Татьяна Кузьминична звонит, проверяет меня. Ой. Вот события какие. Ну, ответы, конечно. Да. Ответы всем почти дал, какие есть. Это у меня тоже работа. Сейчас пойду сегодня что делать? Думаю, объявить аврал. Вот приезжает, у нас комната свободна одна. Ну, и вчера туда женщин, всех девочек пустили, Володя. Ну и часа три они все приготовили. Все, мы уже ждем. Из Канады приезжают, сразу дни готово. Но Никита-то все здесь, а у него двор зарастает. Думаю, сегодня всех бросить силы к Никите во двор. Во двор, в дом, чтобы все помыто было. Ну, они еще сделают, тем более все здесь он безотказный такой. Вот это все в события не входит. Это один день. Один день. Ваня уезжает, на баяне поиграл, записали две песни. Он на баяне проиграл на сопках Маньчжурии и полонез Огинского. Но так как он здесь не тренировался, а баян брал у барабашей, то кое-где спотыкался немного. Но по нотам все учился. Его сестра тут Ефросинья, а другая сестра старше Енафа. Не знаю, приедет она или нет. Вот, все довольны, готовят очень хорошо. Благословен Господь. Ну, какие тут внутридеревенские дела, я не знаю. Благодарю Бога. Ну, вот у нас показать, какие ресурсы. Вот. Это первый, любимый мой мир. Вот сюда я перенес все сегодняшние 10 роликов. Видите, как идет. Роман Малыш с пилой. Вот. Возвращение с экскурсии. Вот здесь. Александр Гунин написал, нужно принуждать Никиту к уважению и послушанию. Самое правильное, уважение у него, у Никиты, мало или нету, и послушание он все выдумывает. Выдумывает наоборот, выверт такой. Для чего сделал, не знаю. То есть все на погибель. Он никогда самостоятельно не жил ни одного дня без родителей. И искреннего желания-то научиться, похоже, не очень-то и есть. Поэтому над ним такой труд идет. Ну, идет все-таки, работа идет. Вот так. Второе у нас важное – это форум. Наш форум. Небольшой, 1600 тем. Вот как выглядит он. Очень и очень богатый. Легко искать, когда кто заходит, по порядку зарегистрироваться. 1600 тем. Здесь все. Здесь, допустим, зарядил патриарх. Все, и патриарх, и его речи, и его выступления, и все. Иудеи, там, и мусульмане, там, и все это выступает. Евреи где? Ну, все конкретно. Мои переписки с евреем, там, мусульмане. Значит, моя переписка с мусульманкой и очень большая. Ну и, конечно, самое богатое.
Вот. Это наш православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Так называются книги и все. Вот просмотров 6 миллионов 666 239. Цифра какая? Подписчиков 7175. Ну, это не игрушка. Это уже тема. Нас занесли в средства массовой информации. Вот. Бобры изгрызли всю плотину и выпустили воду. Пропали наши труды. Заголовок. Ну, сколько было? 40 минут назад 49, 58 просмотров, другие поменьше. Вот что здесь есть. И православный библейский сайт. Вот здесь самое ценное, наши, мои ответы по темам я давал, которые в университетах, школах, милиции. И вот есть такая тема, она уже открыта. Сейчас я оттуда буду брать вопросы. Вот внутренний мир человека. Внутренний мир человека. Что-то тут непонятно, что это такое вот это. Ага. Это внутренний мир человека. Вот это вот внутренний это мир человека, тут и откинуть только. Этот вопрос вчера его задавали. Сегодня снова. Вот сколько вопросов. Вопрос 234. Первый том «Открытым оком». Ревность – это от Бога или человек по своей воле должен ревновать? Ответ. Что такое ревность? Ревность – это сильная любовь к кому-либо и гнев или негодование от любви происходящее, жалость, деятельное сострадание. Числа 25.11, Псалом 68.10, Второзаконие 6.15, Иоанна 2.17. Также значит соревнование, старание подражать кому-либо. 1 Коринфянам 9.2. Это мои ответы. Господь свои отношения к людям выражает человекообразно, под образом горячо любящих супругов и потому ревнующих и не терпящих какой-либо измены. Исход 25 стих. Это полный церковный славянский словарь Григория Дьяченко. Оттуда я беру. Человек, который почивает на лаврах, успокаивается на достигнутом, никогда не будет ревновать. Ревнует кто-то, желает лучшего, высшего. Это состояние повышенной бдительности, устремленности, неуспокоенности. Это чувство Бог благословляет, когда оно направлено на достижение доброго, возвышенного. Иногда ревнуя старается отвратить от чего-либо доброго и привести к своим понятиям. Болезненно реагируя на всякое новшество. Как и в плотских делах, ревность должна иметь ограничение, меру, иначе она превращается в страшное, испепеляющее чувство, доводящее до смерти. Числа 5:14-15. «И найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена. Или найдет на него дух ревности, он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена. Пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть ефы, ячменной муки, но не возливает на нее елея и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии». 3 Царств 19:14. Он сказал, «Возревновал я, Господи Боге Саваофе, ибо сыны Израилева оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Псалом 68:10. «Ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня». Псалом 118:139. «Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои». Притча 6:34. «Потому что ревность – ярость мужа, и не пощадит он в день мщения». Песня Песней 8:5, 8:6. «Положи меня, как печать на сердце Твое, как перстень на руку Твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она, пламень, весьма сильный». Яков 4:5. «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас?» Римлянам 10:2. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению».
2 Коринфянам 11:2. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Галатам 4:17-18. «Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать о добром всегда, а не в моем только присутствии у вас». Откровение 3:19. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будет ревностен и покайся». Вопрос 235. «Святыми становятся или такими их делает Бог? Историю создает человек или делает Бог?» Ответ. «Человек рождается во грехах». Псалом 50, 7 стих. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Иов 14:4. «Кто родится чистым от нечистого? Ни один». 1 Коринфянам 17:4. 1:14. «Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Ни один человек не имел другой природы, но все рождаются с первородным грехом. Но когда человек рождается свыше, признав себя погибшим грешником и приняв Христову жертву в водах святого крещения, он слагает с себя ветхого человека и облекается во Христа, делается святым. Святым его делает Бог, но не без согласия человека, не без его желания. Далее, исполняя святые заповеди, будучи движим Духом Святым, он постоянно освящается, ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Евреям 10:10. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. 2 Фессалоникийцам 2:13. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. 2 Тимофея 2:21. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годом на всякое доброе дело. Деяния 26:18. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными. 1 Петра 1:2. По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножатся. Иуда 1:1. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Римлянам 15:16. Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. 1 Коринфянам 1:2. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, у них и у нас». 1 Коринфянам 1:30. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением». Вопрос 236. Существует ли такое понятие «духовное мученичество»? Ведь сейчас нет гонений, есть ли сейчас мученики? Ответ. По смыслу совершающегося с верующими, когда их преследуют в печати, позорят, клевещут в СМИ, это, конечно же, духовное мученичество. Но такого выражения в Библии нет. Но все апостолы и святые это испытали. Гонение за Христа внутреннее должно радовать истинного христианина, страдать за любимого наслаждения. Деяния 20:22-24. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря,
что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взирая, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. К Филиппийцам 1:21. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Вот на этом все. Благословен Господь, даровавший нам веру в Него.